Сегодня исполняется 30 лет со дня образования отряда ОМОН «Мустанг». Подразделение по праву считается одним из элитных спецподразделений в истории Советского Союза и современной России. Бойцов и офицеров особого отряда можно смело назвать героями нашего времени. Они всегда на страже правопорядка, оберегают мир и покой в стране. Сегодня бойцы невидимого фронта из отряда мобильного особого назначения «Мустанг» Управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии принимали поздравления и награды. Фатима Даурова с торжественного построения. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 30-й годовщиной образования отряда мобильного особого назначения «Мустанг». Ура! 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 Традиционное троекратное офицерское «Ура!» огласило торжественное построение, посвященное 30-летию со дня образования специального отряда ОМОН «Мустанг» Управления Росгвардии России по республике. С приветственным словом от главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова к собравшимся обратился первый заместитель руководителя администрации главы и правительства республики Марат Хубиев. В этот праздничный день хочу поблагодарить всех сотрудников и ветеранов ОМОН за честную, безупречную службу и неоценимый вклад в общее дело поддержания правопорядка в стране. Также выражаю искреннюю благодарность вашим семьям, родным и близким, которые вместе с вами разделяют все тяготы нелегкой службы, любовью, заботой, создающими крепкий тыл, который придает сил и уверенности. Поздравляя с юбилейной датой сотрудников ОМОН «Мустанг», начальник отдела сил специального назначения Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии России Григорий Зана отметил, что их высокий профессионализм и умение действовать в сложных экстремальных ситуациях обеспечивает надежную защиту народа и страны. Я хочу также поблагодарить ваш отряд за огромный вклад в сохранение исторической памяти. Среди вас есть ветераны, чьи заслуги перед Отечеством нельзя переоценить. Их опыт и мудрость помогают молодым сотрудникам ОМОНа преодолеть трудности на пути к достижению цели. За личные заслуги, добросовестное выполнение служебных обязанностей, ответственность, отвагу и мужество сотрудникам специального отряда вручили медали участнику специальной военной операции. Также отличившиеся бойцы были отмечены благодарственными письмами главы Карачаево-Черкесии, почетными грамотами правительства республики, ведомственными наградами и ценными подарками. Чтобы они всегда могли выполнять те задачи, которые нам определяет руководство нашей страны. Чтобы родные, близкие у них также не болели. Чтобы им тоже хочется пожелать, в первую очередь, терпения. Чтобы их близкие, то есть наши бойцы с любых командировок, с любого района выполнения задач живыми и здоровыми приходили свои семьи. В завершении мероприятия присутствующие почтили память погибших при исполнении служебного долга товарищей минутой молчания и возложили венки к мемориалу погибшим, расположенным на территории ведомства. Фатима Дорова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.